Всем огромный привет! Всем привет! Вот он, Максимка. Сегодня я его не прячу. Максим, расскажешь, что ты хочешь показать всем? Да. Что? Свою коллекцию ластиков. Ну, показывай. Мы ее разложили вот так на столе. Если честно, мы сейчас сами с Максимкой долго рассматривали, все перебирали. Это вообще настолько замечательная у нас коллекция, мы ее очень гордимся. И не только потому, что мы ее собрали, а потому, что нам помогли. Много девочек, подписчиц, блогеров присылали нам подарки, дарили наши близкие. Родственники приезжают откуда-то, нам присылают, привозят, знают, что мы собираем коллекцию. А помнишь, Максим, откуда к тебе приезжали ластики? Сейчас из Нижнего Новгорода. Нового Уренгоя. Точно. Санкт-Петербурга. Угу. И Россош. Да, еще из Москвы, да, от Катюшки. И это все, да? Это все. А ты думал, что-то забыл. Ну, может, что-то и забыли, кто знает. Ну, да. Девчонки, спасибо вам огромное. А помнишь, от кого приезжали? Ну да. От Жанны, Оксаны, Катюши. Да. И Кати Потяковой. И еще от Наташи. От Наташи, от Викули, да? Ага. Да, которая в Россоши живет. Девчонки, спасибо вам огромное. Действительно, огромное-огромное. Вы посмотрите, благодаря вам, нам, нашим родственникам, нашим друзьям. Вот такая коллекция. Ну что, будем ближе показывать? Да. Давайте. Многие узнают ластики, потому что совсем недавно мы показывали, как они приехали. У нас повторяются, но немного. Мы когда-то сами покупали вот эту птичку, она пазл, но она у нас разваливается, зря мы вынули из пакетика, и мне пришлось ее даже склеить. А вот подарок уже, вторую птичку, мы не стали склеивать. Мы ее оставили. Ну, давай, говори, показывай, что там тебе интересного. Ну, тут интересно. Ой, вот инструменты мы нашли. Да, это тоже очень интересно. Да. Тут все очень интересное. Все замечательные. Вот эти интересные. Тут как будто карамель на палочке, а это такая как сладкая. Сладкая палочка. Как конфетка, да. А это карандаш с ластиком на конце. Ага, тут подточить будет? Да, можно писать, но нам жалко. Ага. Это кубик. Мы, кстати, им как-то играли даже. Не могли найти в доме кубики и вспомнили про кубик ластик. Это такой тапочка. Тапочка-ножка. Пальчик. Это два самолеты. А это интересное яичко такое. Там цыпленок. Ага. И еще. Это Дасти, а это Эль Чупакабр. О. Если знаете английский, можно это прочитать самому. Ну да. А ты знаешь английский? Ну, немножко. Немножко. На уровне второго класса? Ну да. Даже чуть-чуть побольше. А это можно одевать. Тут такие головки разные. Можно одевать на кончик карандаша. Ага. Вот такие у нас еще красавицы. Лебеди и два слоника. А их можно крутить и все перекручивать. Да, да, да. Мы сейчас покажем коллекцию машин. Вот такие у нас три машины разноцветные. Вот такие две. Ой, вообще они такие красивенные. Такие классные. Да, Макс? Ага. Вот такие машинки. Ага. А тут два мотоцикла. Если я не ошибаюсь, это кажется Луиджи. Угу. Он напоминает Луиджи из тачки. Два или один. Так, вот эти мы не смотрели. Тоже они интересные, такие классные. О, Молния Маквин. Угу. Это все из тачек. Да. Мы уже не говорим, какие конкретно от кого приехали. Но девчонки сами узнают свои ластики в нашей коллекции. Ага. Но, а это малыши, когда они еще маленькие были. Ага. Вот такие улыбашки у нас тут есть. Смайлики. Смайлики. Максимка вот этих вот двух называет как? Смайлики. Влюбленные. А, влюбленная пара. Да, влюбленная пара. Стесняется. Ага. А этот гордится. А это вот наши новенькие. Это мы с Максимкой гуляли. Такое сердечко купили. И вот такие вот две звездочки. Это тоже новые. Вот этот, и вот этот динозаврик.
А, ну это он Оксанины показывает, самые-самые последние. Вот такой грибочек у нас есть. Вот. Бутылочка. Как называются там котятки? Мисс Китти. Hello, Китти. А, Китти. Такие божьи коровки. Вот. Жанулины тоже пошли. Ластички. Ластики. А это у нас кроссовки с мячами. Ага. Целая спортивная команда. В набор входит вот эти ботинки и футбольный мяч. Да, а три мяча отдельно было, и вот этот вот тоже отдельно. Ага. Это было в таких, вот такой вот коробочке, где палочки и шоколадное наполнение. А, да-да-да. Со сладостями, в общем, продавалось. А кубик тоже в этой штуке был. Ага. Так, там Викулины подарки пошли. И Оксанины мелькают. Ой, такая прелесть. Такой у нас белый медвежонок есть. Милашка. Так, этих надо вот так смотреть. Мы их не поставили. Вот скажите, что это ластики, да? Ага. Вообще, ну теперь самая красота наша. Наша гордость. Вот такие наборы. Ага. У Китти тоже набор почти. Да. Да. Макс это обожает. А это тоже смотрите. Набор? Сейчас покажу. Ага. Давай, какой ты показываешь? Вот это. Это да, набор. Это тоже набор. Мы тогда вынули из пакетика, а теперь Максимка жалеет, что вынул. Это от Таты Мататы, от Наташеньки приехала. Ой, девчонки, спасибо вам огромное. А вот у нас еще два горошинок есть таких вот. Ага, они еще вытаскивают. И два банана с мордочками смешными. Банана. Вот такие два банана. Так, чего мы еще не показали? Все вроде показали. Вот телефон у нас тут есть. Ага, смартфон. Да. Вот такая вот у нас интересная коллекция. Много. Правда, в этот раз мы не считали, сколько было их. Чего хочешь сказать? Макс, либо говори, либо шепчет мне. А, спроси, какая тут самая красивая? У тебя спросить? Ну, давайте спросим, Максим, какая тут самая красивая? Тут все самые красивые. Ах ты хитренький. Да, вот правда? Он какую речь приготовил. Правда? Да, все нравятся. Нет любимых? Все любимые. Все любимые. Все любимые. Я свою коллекцию просто обожаю. Она такая большая. Больше стола занимает. Правда, уже много. Он с ними спит. По очереди берет с собой и около кроватки ложит. У него подлокотник на диванчике. Да? Ага. И он их по очереди с собой забирает спать. Но мне тоже трудно сказать, что мне нравится. Мне нравится все. Потому что они вот именно что в коллективе как бы. Влюбленная пара. Смотри, ушко им прижались. Да, и лебеди тоже, смотри, влюбленные. Ага, стесняются друг друга. Вот и мотоциклы влюбленные. В общем, у нас тут все влюбленное. Ага. Это вообще, смотрите, какое чудо. Прямо бинокль и книжка. Ага. Вон того киску я черненького люблю. Ага. Такая вот лапочка. А книжка очень прикольная, как настоящая. Учение света, не учение тьма. Да. Еще так качественно написано. Угу. Вот бы еще листики были бы изображены, подрисованы. Да. Вот такое вот чудо. Это вообще настолько классно. Вот. Ну что, прощаемся? Все показал? Да. Да. Всем пока. Всем пока. Знаешь, как надо прощаться? Как? Скажи спасибо всем, кто был со мной. Спасибо за внимание. А. Ну, давай. Спасибо всем, кто был со мной. И спасибо всем за внимание. И всем? Всем пока. И если бы я бы выражала бы все эти эмоции, я больше бы часа бы снимала это видео. Да, на самом деле это так. Потому что Максимка хочет загрузить на своем канале первый ролик. Я думаю, он сейчас будет долго его снимать, показывать, да? Да. Ну ладно, давай, пока. Пока.